Hi, my friends. We continue our playlist. Это так сложно. Это... It's так сложно. So difficult. It's so difficult. Я перезвоню тебе скоро. В принципе, также можно перевести «я скоро перезвоню тебе», но дословно «я перезвоню тебе скоро». Итак, я перезвоню тебе. I'll call you back скоро, soon. I'll call you back soon. Она не хочет жить там. Она не хочет. She doesn't want жить там. Жить. To live. Там. There. She doesn't want to live there. Я прекрасно понял тебя. Я прекрасно. I perfectly понял тебя. Understood you. I perfectly understood you. Я встал рядом с этим местом. Я встал. I stood рядом не с этим местом. С этим местом. This place. I stood near this place. Я открыл окно. Я открыл. I opened окно. The window. I opened the window. Далее вопрос. Спрашиваем в прошедшем времени. Ты устал? Ты устал? Дословно. Ты был уставшим? Ты был? Were you уставшим? Tired. Were you tired? Вопрос. Она американка? Она? Is she? Американка? American. Is she American? Вопрос. Как произошла эта вещь? Как? How? Произошла эта вещь? То есть, эта вещь... Did this thing... Произошла... Happen. How did this thing happen? Я вижу их ошибки. Я вижу... I see их ошибки. Their mistakes. I see their mistakes. It's so difficult. I'll call you back soon. She doesn't want to live there. I perfectly understood you. I stood near this place. I opened the window. Were you tired? Is she American? How did this thing happen? I see their mistakes. Ты говоришь по-английски очень хорошо. Ты говоришь по-английски. You speak English. Очень хорошо. Very well. You speak English very well. Я делаю это регулярно. Я делаю это. I do it. Регулярно. Regularly. Regularly. Видите, медленно получается regularly, а когда быстро сливается, получается regularly. Regularly. I do it regularly. Они зарабатывали слишком мало денег. Они зарабатывали... They earned слишком мало денег. Слишком мало. Too little. Денег. Money. They earned
too little money. После этого я присел. По умолчанию используем выражение after that. After that. Дословно «после того», но перевод как «после этого». Получается after that, то есть «после этого». After that, я присел. I sat down. After that, I sat down. Я не буду делать это. Я не буду, I won't, делать это, do it. I won't do it. Это также было очень интересно. Это, it, также было. Также было. Was also очень интересно. Very interesting. It was also very interesting. Друзья мои, ну вы не волнуйтесь, на самом деле это элемент из другого уровня, и запланировано, что мы более подробно отработаем эту тему. Просто будьте внимательны, мы про это говорили, поэтому действительно цель как бы набрать нашу как раз силу в других уровнях тоже. Все это отработает, вы не волнуйтесь, так что действительно это сложно, я согласен. I agree with you, my friends. I absolutely agree with you, my friends. It was also very interesting. Это было очень опасно. Это было... It was очень опасно. Very dangerous. It was very dangerous. Они не хотят идти туда. Они не хотят. They don't want идти туда. Идти... To go, туда, there. They don't want to go there. Он повторил свой вопрос. Он повторил. He repeated свой вопрос. His question. He repeated his question. Я перевел эту статью. Я перевел... I translated эту статью. This article. I translated this article. Друзья мои, первое предложение про вас. You speak English very well. I do it regularly. They earned too little money. After that, I sat down. I won't do it. It was also very interesting. It was very dangerous. They don't want to go there. He repeated his question. I translated this article. Далее используем return. Мои родители вернутся скоро. Мои родители... My parents... Вернуться will return скоро, soon. My parents will return soon. Вопрос. Они будут работать там? Они будут работать? Will they work там, there? Will they work there? У меня тест... В мае. У меня, то есть я имею, I have test, a test в мае, in May. I have a test in May. Вопрос. Они будут продавать свой дом? Они будут продавать... Will they sell свой дом? Свой, то есть их, their дом, house. Will they sell their house? Вопрос. Как ты выучил английский? Как? How
Ты выучил? Did you learn? Английский, English. How did you learn English? Видите, здесь по-разному можно понять предложение How did you learn English? То есть, как ты выучил английский или как ты изучал английский, уже нужно понимать из контекста, что есть что. И так можно понять. Это было очевидно. Это было... It was очевидно. Obvious. It was obvious. Вопрос. Ты сохранил этот документ? Ты сохранил? Did you save этот документ? This document. Did you save this document? Это был лучший результат. Это был... It was лучший результат. The best result. It was the best result. Я не уверен, что это так хорошо. Я не уверен. I'm not sure. Что? That. Это так хорошо. Это. It's. Так хорошо. So good. I'm not sure that it's so good. Они часто говорили о политике. Они часто... They often говорили... Talked о политике. About politics. They often talked about politics. My parents will return soon. Will they work there? I have a test in May. Will they sell their house? How did you learn English? It was obvious. Did you save this document? It was the best result. I'm not sure that it's so good. They often talked about politics. Да, друзья мои, я, конечно, согласен, что на самом деле, может быть, кажется, что где-то мы сглатываем. Вот то же самое вот это предложение, видите, можно было бы сказать. Почему так не сказать? How did you learn English? Но действительно, носители языка очень часто быстро говорят, сглатывают, и поэтому тоже мы по умолчанию так и говорим, что вы к этому привыкали. Поэтому говорим более быстро. How did you learn English? То есть нужно действительно добиться такого автоматизма, чтобы это уже понимать на слух. Поэтому мы как раз к этому стремимся, то есть видите, все продумано. Действительно, how did you learn English? Или видите, how did you learn English? My friends, let's continue. Вопрос. Ты студент? Также, в принципе, можно спросить то же самое на английском. Ты студентка? Ты? Are you? Студентка? A student. Are you a student? Он очень богат. Он? He's очень богат. Very rich. He is very rich. Он проверил мою работу. Он проверил. He checked мою работу. My work. He checked my work. Ей не нравится эта игра. Ей не нравится. She doesn't like эта игра. This game. She doesn't like this game. Он попросил меня повторить этот вопрос. Он попросил... He asked меня... Me... Повторить... To repeat этот вопрос. This question. He asked me to repeat this question. Она моя сестра. Она, she's моя сестра. My sister. She's my sister. Его отказ удивил меня. Его отказ, his refusal, удивил меня. Surprise me. His refusal surprised me.
Мне понравилась эта книга. Мне понравилась. I liked эта книга. This book. I liked this book. Вопрос. Он делает эти ошибки? Он делает... Будьте внимательны, дайте еще раз целое предложение. Повторю целиком. Он делает эти ошибки. Итак, он делает... Does he make эти ошибки? These mistakes. Does he make these mistakes? Вопрос. У тебя была эта информация? У тебя была... То есть... Ты имел, did you have, эта информация, this information, did you have this information, are you a student, he is very rich, he checked my work, she doesn't like this game, he asked me to repeat this question, she's my sister. His refusal surprised me. I liked this book. Does he make these mistakes? Did you have this information? Она учительница. Она... She's... Учительница... A teacher. She's a teacher. Это было так странно. Это было... It was так странно. So strange. It was so strange. Далее по умолчанию используем come back. Мои родители вернутся скоро. Мои родители... My parents... Вернутся... Will. Come back... Скоро, soon. My parents will come back soon. Я тренировался очень интенсивно. Я тренировался. I trained очень интенсивно. Very intensively. I trained very intensively. Я вижу... Свой большой прогресс. Я вижу. I see свой, то есть мой, my большой прогресс. My big progress. I see my big progress. Я хочу учиться там. Я хочу. I want учиться там. Учиться... To study там, there. I want to study there. Вопрос. Ему нравится это место? Ему нравится... Does he like это место? This place. Does he like this place? Я контролирую эту ситуацию. Я контролирую. I control эту ситуацию. This situation. I control the situation. Вопрос. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Do you understand? Do you understand? Это вовсе не было интересно. Это вовсе не было интересно. То есть это не было, it wasn't, интересно, interesting, вовсе, at all, it wasn't interesting at all. She's a teacher. It was so strange. My parents will come back soon. I trained very intensely. I see... My big progress.
I want to study there. Does he like this place? I control the situation. Do you understand? It wasn't interesting at all. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.